Там впереди что-то есть. Приготовьте орудия к бою. Нам повезло, самое страшное позади. Но впереди может быть хуже. Это точно, капитан. Отдыхать нам не придется. Это не скала. Морская скала выглядит не так. Судя по форме, это корабль. Верно, детка. Он следует нашему курсу. Море чернеет, как птичье крыло. Я покорю его. Я управляю силами ада. Итак, капитан, вот и перемены. Откуда взялся этот корабль? Я буду сражаться только с нормальными пиратами, а там одни призраки. Они тоже опасны. У этого корабля курс такой же, как у нас. Ничего хорошего ждать не придется. Он приближается. Открыть огонь! Этого я не ожидал. А ты? Желаете сразиться с этими мерзавцами, мой повелитель? Нет, я их так уничтожу. Возьмем их на абордаж. Все приготовьте орудия к бою. Ты будешь меня прикрывать, а я пойду вперед. Нет, Эдвард. Это не очень хорошая мысль. Очень. Здесь будет все замечательно, когда они все умрут. Они уже мертвы. Когда будем сражаться, будь осторожен. Я капитан. Я всегда осторожен. Приготовиться всем. Сейчас мы их возьмем на абордаж. Есть, капитан. Обратно в ад! Эдвард, я же сказала! Да, я помню! Пригнись! Да знаю! О, черт! Готов! Они скоро подойдут к нам, повелитель. Возьмем их на абордаж. Хорошо, захватите их, как прикажете. Приготовиться к бою.